Все, и как мы видим, ну, примерно 150-130. То есть, ну, не сильно изменился. Я думаю, это из-за того, что Мария не приседала слишком интенсивно и не слишком долго. Так просто зафиксировать изменения пульса теперь могут учащиеся 8-й школы, которые, кстати, уже как профессионалы могут объяснять разные медицинские явления. И не только. Вот уже второй год старшеклассники 8-й школы учатся в углубленном медицинском классе. Смачиваем ее 5% раствором обычной соли. Это надо для улучшения контакта между телом человека и датчиками. Многие из этих ребят уже точно определились с будущей профессией – будут медиками. Учебные планы предполагают углубленное изучение химии и биологии. Ребята пишут и исследовательские проекты. Я решил связать свою деятельность с медициной, потому что это интересно. Есть как и общение с людьми, так и интересные моменты. То есть всегда случаются в медицине разные ситуации. Также можно производить какую-то научную работу в этой сфере. Впервые набор в профильные медицинские классы открыли год назад. Обучение по углубленной программе открывает большие возможности не только в медицине, но и микробиологии, генной инженерии и химии. Изначально я иду на факультет педиатрии. Далее очень хочу стать неонатологом, реанимировать новорожденных. Для меня это очень важная профессия, которая мне очень интересна. На оснащение двух профильных классов школа получила 14 миллионов рублей. Эти средства позволили приобрести 120 наименований спецоборудования. А более 1,5 миллиона администрация города выделила на капитальный ремонт кабинетов, чтобы и атмосфера глаз радовала. Очень важно, чтобы подрастающее поколение тоже понимало, к этому стремилось. Оборудование шагает очень быстро. Мы в свое время о таком даже мечтать не могли. А сейчас очень хочется даже ребенка сюда отправить обучаться. Региональный проект профильных медицинских классов задуман для того, чтобы подготовить ребят к будущей профессии. Обучение поможет адаптироваться к образовательным программам вузов и станет хорошей инвестицией в будущее. Покупка современного специализированного оборудования стала возможной благодаря реализации краевого проекта по оснащению профильных кабинетов, инициированного в 2021 году губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Подобный проект позволяет заинтересовать ребят профессией, обеспечить качественную подготовку для поступления в ВУЗ или СУЗ. Принципиально важно, чтобы медицинские классы работали не только в пермских школах, но и в территориях региона. Для этого муниципалитетам предоставляется соответствующая субсидия. В планах со следующего года набирать в профильный класс не только учеников 10 классов, но и начать подготовку с 8-го, чтобы как можно раньше погрузить будущих медиков в профессию. Ксения Калугина, Сергей Александров, новости Верхнекамья.